Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! Ну за кого нам пить-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. Твое здоровье. Давай, Темка, за тебя. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и будете за Артема. У нас на Колыме, за тебя. Заходите. Спиртяжка, что надо. Ух. Так что там с вами произошло-то? Тоннели до проспекта Мира закрыли. Значит, на базар не попасть. Такая скука торчать на них трущобах на риске. Короче, мы вроде как прошли сквозь. Я имею полное право свободно перебираться. На нас бросилась целая орда. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Когда закрывают туннели, бизнес зацветает. Будете у нас на Колыме, заходите. Как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. Я тоже выпью за такого распрекрасного пацана. За Артема. Один человек. Ну, да. Вот там, в проулке. Вау. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Отдайте один патрончик, а? Эй, малыш, иди прячу своих родителей. Похоже, мне пора. Ну, как хочешь. Да, ищи сам тогда. Дяденька плохой. Дяденька жлоб. Жадина. Жадина. Дяденька плохой. Дяденька жлоб. Подойди-ка. Ты Артем, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым.
Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Ладно, я подожду. Но я нетерпеливый, ты учти это. Налетай, разбирай. Да у тебя уже барахло из кармана вываливается. Любые калибры. Лучший курс. Лучших мастеров. Привет, малыш. Ну да, я разговариваю не с тобой, а с твоим малышом. Думаю, с ним договоримся быстрее. Сегодня льготные цены на любовь. По-студенческим. Горсть патронов за ночь в огне. Мой сладкий. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем будет.
Чё за... А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Ша, ты здесь потише. Во втором туннеле блокпост, и нам незачем на него дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все ж мужи. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая, как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри, не задень банки. Под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Чё, мля? Чё-то там. Хм. Жмур! Пацаны, сумки! Недавно завалили! Жмур!
Ну чё? Не сука! Попадалово! Честного Жиганова! Сука, завали! Суки, братву, Валя! Чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота.